Теперь о том, что происходит в мире. Экс-президента США Дональда Трампа формально арестовали. Его явка в суд продлилась около 2 часов. Сейчас миллиардер уже находится дома во Флориде. Напомню, политику предъявили обвинения по 34 пунктам, в том числе о взятке за молчание об измене. Прокуратура считает Трампа виновным в неоднократном внесении ложных записей в бизнес-записи. По словам адвоката бывшего президента, на него не надевали наручники из-за статуса бывшего главы государства. Само слушание продлилось всего несколько минут. Снимать в зале запрещено, поэтому фото и видео изнутри помещения нет. Теперь Трамп первый в истории США экс-президент, которого арестовали органы. Прокуроры заявили, что рассчитывают провести основную часть расследования в течение следующих 65 дней. В зал суда экс-президент вернется в декабре. К слову, политик намеревался снова баллотироваться в президенты в следующем году. Юридический судебный процесс этому не мешает. Он считает, что обвинения против него являются вмешательством в выборы.